Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. У нас 14 день, и забираем с тобой 500 тусклого янтаря. После этого мы с тобой открываем, естественно, пак на нашем рынке. Вот здесь. Бесплатно. Так, ну что, монеты Одина. А теперь начинка. Шторморез, Костолом, Громорог Отпрыск и ресурсы. Что-то как-то мало драконов мне дали, если честно. Маловато будет. Так, ладно, давай мы с тобой тогда еще один пак откроем. Вот этот. Ну что, монеты Одина. А дальше рыба, древесина. Кстати, что-то там в конце у нас лежит, смотри. Ох ты, хвостояр, друзья мои. У меня такого не было дракона. Ядрить, макарить, это редкий дракончик, ёлки-палки. Вот это фартануло, друзья мои, вот это повезло. Давно я говорил, да, что дракончиков у нас не выпадало, и вот тебе подарочек, это круто. Зеленая смерть что нам приготовила? Коралл и тусклый янтарь, все понятно. Так, отправляем на дальнейшие поиски. Так, а теперь давай, наверное, мы с тобой... Подожди секунду. Шторморез, будь добр, проапайся. Ну, вот вы специально так делаете, а? Вот специально же вот делает игра, чтобы я все чаще и чаще отправлял его на обучение. Так, кревет. Имеет 55 уровень. Продолжаем его прокачивать. Так, подожди, у меня, по-моему, древесины не хватит, да? Надо взять со склада. Вот таким вот образом. Так, вот теперь можно его отправлять на обучение. Так, здесь у нас есть янтарь? Есть. Давай две штуки закажем. И Костолома. Костолом у нас 51 уровня. Ну что же, отправляем его тоже на обучение. Так, этот пускай идет, ищет дровишки. Но повезет или нет? Да куда уж там. Да, Ветрокрыл, долго же ты будешь мне, наверное, нервы выматывать. Не повезло опять нам, друзья мои. Не повезло. Так, пускай этот за древесиной летит. Этот тоже. Так, Беззубик, ты что мне тут принес? Флаг и яйцо. По-моему, это креветка. Я могу ошибаться, друзья мои. Я могу ошибаться. Так, а это еще почти... Почти двое суток будет. Жесть какая-то. Здесь 50 тысяч древесины. Ничего хорошего больше она нам не принесла, дневная фурия. Тут мы с тобой забираем 100 рун. Так, а фурию я, пожалуй, отправлю. Только вот куда? Да куда угодно можно отправить. В принципе, нам без разницы. Пускай ищет. Все. Так, здесь что у нас? Сейчас просмотрим свои владения. У нас место в не в ангаре, а в академке есть или нет на прокачку? Конечно, подожди-ка. У меня что, только кревет обучается? Нет, так дело не пойдет. Давай-ка мы тогда отправим сюда скалотряса, пускай тренируется. Ага, весночес. Пускай тоже тогда идет, тренируется. И там еще одно местечко у нас осталось, да? Принцессу огнеедов можешь отправить. А можно, в принципе, и Беззубика, да, наверное? Ага, не могу. Академия должна быть 10 уровня. Тогда, Беззубик, лети-ка ты, наверное, на поиски. На поиски знаешь кого? Ветрохода, вот кого. Так, давай-ка. 228, да, требуется. Нет, мы с тобой вот так вот лучше сделаем. Бесплатно, пускай ищет. А эти наши дракончики уже устали. Так, что они тут мне? 6 рун нашли, окей. Так, пускай летят дальше.
Так, а вот здесь интересно. Ну, ясно, что нам выпадет. Тусклый янтарь. Только вот сколько штук? 105. Так, Кривоклык, пора тебе, наверное, еще на одно приключение слетать. Давай-ка. Сарделька, у тебя-то что тут? Тусклый янтарь, да? Понятно. Ночные жути. Пускай летит туда. И остается Барсик. А Барсик нам руночки, да, приготовил. Окей. Новые формы. Пускай летит. Ну что, все вроде бы, да, с тобой мы распределили. Все, как говорится, хорошо. Давай посмотрим, что у нас по событиям. Угроза, которую я до сих пор не могу пройти, друзья. Я не могу пройти этого босса. Давай попытаемся еще разок. Так, вначале мы с тобой поменяем драконов. Снарядить. Ставим сюда. Кривоклык. А у нас стоял здесь с тобой до этого кто? Ветрокрыл. Блин, вот если бы Ветрокрыл прокачался бы до Титана, было бы круто. И шансов, наверное, было бы побольше. Так, а где же у нас эти-то? И сколько они стоят? Вы говорили, что 200 там с лишним рун. Почему рун, ребята, если они стоят только лишь за деньги покупаются? Разве я не прав? Вот посмотри внимательно. Так, подожди. Видишь? Или я где-то могу в магазине брать? Я этого не смотрел, надо будет глянуть. Так, ладно, сейчас посмотрим. Первая попытка у нас тут. Так, что ты там? Блин. Ну вот, началось, а. Ты посмотри, а, Ветрокрыл, бедолажка мой. Разбирает тебя, да? Давай вот так вот попробуем сделать. Допустим. Кусаем. Атакуем. Так, у него 3 энергии. Сейчас будет что-то болючее, друзья. Хорошо, что он под защитой был. Так. И добиваем, наверное, да, скорее всего. Блин, не хватит добить-то. Хильнусь тогда. Угу. Да ты запарил уже, ну серьезно, ну сколько можно-то? Кажется, Костолом нас сейчас уничтожит здесь. Да, ребята. А вот если бы было бы у меня лечка, я бы, конечно, бы залечил бы нашего Ветрокрыла. И он бы был бы жив. Так, надо все-таки глянуть, где у нас приобретаются заруны, как вы сказали. Эти... лечилки или энергия. Тут всего 2 волны. Вот он, последний босс. Но, конечно, я не спорю, боссы тут будь здоров. Особенно скала или тот же самый. Это же Ветрокрыл или нет? Не помню, хоть убей. Вот не помню, хоть убей. Давай, наверное, вот так вот попробуем сделать. Понятное дело, они меня сейчас тут... Хотя, погоди. Хотя, погоди, двоих, что ли, сразу же? Ничего себе, ты крут. Ну-ка. Кусаем. Так, очнулся, да? Давай еще разок. Так, он бомбит только этого. Ну, что ты там? Ох, ё-моё. Прилетело-то нам, а? Что-то сейчас еще будет болючее. Ай-яй-яй. А почему у меня... А, ну понятно, ребята. Нас тут всего 2. Если бы нас было бы 3, мы бы тогда быстро с тобой копили бы энергию. А вдвоем, конечно, мы здесь проигрываем. Нету, нету, ребята, тут шансов у меня на выигрыш. Ну, хоть ты тут тресни. Я сейчас гляну, как вы сказали, зайти в магазин, куда-то там посмотреть, где это можно все приобрести.
по-другому тут никак, ребят. Вы сами прекрасно видите, меня здесь разбирают. Не хватает мне лечения. Так, друзья мои, не смог я найти, как вы мне говорили, что можно приобрести за руны лечилки, там энергию. Не нашел. Все тут облазил. Вдоль и поперек. Нету здесь ничего такого. Есть только вот драконы, есть паки и все. Все магазины я прошуршал, рынки тоже просмотрел. Где вы это увидели, без понятия. То есть тут только лишь за деньги можно купить и все. Так, ну что, ладно, раз у меня не получается пройти испытание, вот эта вот угроза, коварное нападение, пойдем тогда с тобой на арену, да? На арене мы с тобой хотя бы два пака выбьем и будет неплохо, я думаю. Так, смотри, нам достается солянка с тобой. Ё-моё, я не поменял отряд. Мне надо было взять, знаешь, кого сюда? Стальной капкан. А я про него забыл. Ладно, поиграем пока таким вот образом. Ё-моё. Если, друзья мои, я ошибаюсь или заблуждаюсь по поводу того, что руны можно купить, точнее, лечение и энергию можно купить за руны, то напиши в комментарии поподробнее, где именно. Ё-моё, это что за фокусы тут получаются у нас, а? Скажи-ка мне на милость. Это что за дела? Давай-ка, наверное, с собой чудище это бомбить. Этот пока будет за нас. Да ты запарил уже, а? Ну серьезно, сколько можно-то? Давай, помогай мне. Красава, добил. Так, ну что, вешаем на него слепоту. И в принципе все, будем его сейчас разбирать. Его нельзя отпускать, потому что, ребята, у него была полностью энергия. И он ее очень быстро будет копить. Так. Видишь, что он творит? Постоянно нужно держать его под слепотой. Иначе выйдет из-под контроля и начнет нас тут... Ну, глушить он не сможет, скорее всего, да? Он именно огнем жарит. Так что давай его разберем уже, в конце концов. Ну что ты, что ты, что ты, что ты? Успокойся. Вот неугомонный. Ну что, первая победа за нами. Это прекрасно. Ну и что у нас тут? Опять солянка. Скалотряс 15 уровня. Вот это плохо, если честно. И крылатый ужас тут еще, блин. Давай, наверное, вот так с тобой попробуем сейчас сделать для начала. Что-то мне кажется, что нас тут сейчас с тобой разберут. Бедный барсик вообще даже ничего не успел сделать. Я в шоке. Посмотри, что они творят. Такое впечатление, что за те пару дней, что я не был в игре, все поменялось. Абсолютно все. Не мог я потерять так сноровку. Понимаешь? Тихо, 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 тихо. В шоке. Они уже что, проснулись? Конечно, проснулись. Так, ладно, крылатый ужас бомбить. Они сейчас вдвоем сходят, да? Этот сейчас, наверное, супер удар сделает. Южно налево. Так, ну что, давай опять вешать на них сон. Надо добить нам. Я не смогу, да? Хотя почему? Смогу. В плане. Фу, он промахнулся. Это нам повезло. Причем крупно повезло. Ну что, змеевик? Что он сейчас сделает? Он уничтожил мне, да? Кривоклыка, а мы, наверное, уничтожим его. Прекрасно. Эх, когда что мне титаном-то станешь, а? Ветрокрыл. Ну, а здесь у нас с тобой два зеленых плюс красный. И красный это у нас... Как увеличать-то я забыл, но он тоже таранит. Он тоже таранит, и я прекрасно это помню. Слушай, враг, конечно, идет вообще нам не по уровню. Смотри, я не пойму, что с барсиком происходит. Почему так быстро выносит? Что за проблемы такие начались, а?
Так, промахнулся, и это хорошо. Ты-то что сейчас будешь делать? Понятно. Давай-ка, наверное... Подожди, а у меня еще пониженная... Нет, не пониженная атака. Почему так мало отнимаем здоровья? Интересно. Очень интересно. Так, тронули. Все, крышка, да? Кому-то. Кому-то. Барсику крышка? Кому еще? Так, ладно, пока этот спит, надо разобраться с Костоломом. Давай их вот так сделаем. Костолом... Ой, этот. Сарделька, помогай давай нам. Спасибо. Так, ну что, добиваем Костолома. Ну и Сарделька одна осталась. Да мы с ней разберемся. Понятное дело, вешаем опять слепоту. И потихонечку-потихонечку будем истреблять. Так. Естественно, промахивается. Тут само собой разумеющийся. Так, у нас слепота еще висит, да? Тогда можно просто нанести урон. Еще урон. А теперь вешаем слепоту, потому что уже дебаф слетел. Ну что? Все, Сарделька, можешь не выпендриваться. Тебе здесь, ну, в любом случае не выжить. Как бы ты тут не старалась. Все. Очередная наша победа. Так, а здесь, смотри, у нас еще не легче. Два красных и Костолом. А громобой вообще 16 уровня, прикинь. Причем это громобой-защитник. Он усиленный. Ох, как же мы тут будем с тобой сейчас... Я даже не знаю. Так, этот, предположим, ударит. Этот тоже. Блин, вот этого нужно контрить. Сейчас что-то сделает. Суперудар, да? Твою же налево, массовый причем. Я в шоке, что он утворяет. Я даже не могу повесить на него это, ребят, слепоту. Сейчас, опа, а вот это плохо. Давай еще барсик уничтожь мне. Как тут сделать? Подожди, 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 мне нужно. Кто там будет ходить? Давай-ка я, наверное, вот так сделаю. Мне кажется, Костолов все-таки будет делать разбег. Ну, так и есть. Но знаешь, что я тебе скажу? Что меня это, ну, нисколечко не спасает. Вообще нисколечко, потому что... Уничтожить он его не уничтожит. А вот нам прилетит сейчас очень сильно. Так, давай разбег, пожалуйста. Костолом, давай, давай, разбегайся. А чё я радуюсь, блин, ребят? Все равно, даже если он уничтожит... Кривоклыка этого вражеского, да? Нам-то все равно перепадет. Он все равно нас добьет потом. У нас даже энергии с тобой нет, прикинь. Вот так вот. Все, сейчас, по-моему, нас тут... Ага. А почему я... Все, ребят, это крышка. Почему-то мой ход пропустили. Непонятно почему. Ну, в любом случае, мы с тобой заработали на пак. Ну, вот он. Давай посмотрим, что нам тут выпадет. Костолом. Так. Ужасное чудовище. Кривет. Громель. Шепот смерти и водорез. Кривоклык. И надавали нам самых обычных паков. Я очень этому рад. Ну что, погнали тогда за следующим. Еще один пак. Блин, как же мне все-таки хотелось пройти испытание, а? Полностью, друзья мои. Что у нас тут? 15 уровень, 15 и 14. Начнем, я даже не знаю, тут в принципе... Вот ветрокрыл у нас здесь самое слабое звено. Именно, ребята, только из-за уровня. Если бы он 15 левела был бы,
он бы выдерживал эти удары с полтычка, потому что он защитник. Но так как он 11 левела, против 15 и 14, ну, нету практически никакого шанса тут выжить. Вот смотрите, что сейчас будет. Видишь, Барсика уничтожили уже. Барсика уже убили. Ну что, начнем, наверное, с чудовища. Так, вот это плохо. Вот это плохо. Фаерболы полетели. Фаерболы, да, значит? Что он сейчас добьет, интересно? Все, тут нам не выиграть. Mm-mm. Я скалотряса не завалю ветрокрылом. Это никак не получится. Он сейчас пару кусиков сделает, и все. И нам крышка. Вот буквально еще на один раз нам здоровья хватит. Да. О, все. Ушатал. Вот об этом я тебе и говорю, что мы не вытягиваем по уровню. Так, я взял в команду себе стальной капкан. Давай посмотрим, что у нас получится. Вот при такой раскладке. Хочу оговориться, что у нас теперь два дракона 11 уровня. Но капкан берет преимуществом тем, что если его не уничтожат, он очень круто здесь может растусить все. Вот смотри. Видишь сам, да? Жарит он, будь здоров. Если он был бы 15 уровня или 13, я думаю, что он оставлял бы ему вообще тут микроны. Именно по ХП. Так, кто у нас там будет ходить? Этот? А этот может бафать. Ладно, фиг с ним. Влупим сюда. Кривоклык погиб у нас. Так, это все фигня. Терпимо. Можно, в принципе, наверное... Нет, так не получается. Давай, наверное, уничтожим. Ударим сюда. Понятно. Так, теперь сюда. Смотри, что делают. Понижает, ребята, мне атаку. И... хотел сказать, добьем. Нет, не добьем. Самое интересное, что стальной капкан еще и разгоняется. Он замедляет врагов и разгоняет себя. Это очень круто. Так, ну что? Кого подобьет? Ну, конечно, ветрокрыло. А, нет. Ну что, ребята, в принципе, капканчик, ну, действительно хорош. Тут не поспоришь. Ребята, я убрал из компании у нас ветрокрыло. Знаешь почему? Потому что я подумал, если мы с тобой бомбим массовой атакой стальным кулаком, то ветрокрыл, но в любом случае уже не сможет делать заморозку. Поэтому вот так вот решил поставить Барсика, которого они, как всегда, начинают атаковать. Все причем. Так, ладно, давай-ка мы теперь в ответку с пониженной атакой. Зашибись. Так, кто у нас там будет ходить? Этот охламон, да? На тебе, пониженная атака. Теперь сюда. Смотри, что творят, а? Слушай, ну мне нужно в любом случае нанести мощный удар. Вот, есть контакт. Поехали. Уже лучше, ребята. Этот еще и промахнулся. Так, уничтожаем этого. Змеевик выпендривается. А зря, кстати. Так, мы можем... Давай вот так, наверное, сделаем. И добьем. И здесь понизим атаку. Плюс Барсик. Что он сделает? Супер удар делает. Ну, тут понятно. Даже при пониженной атаке все равно он добил бы. Ну и мы уничтожаем его. Слушай, ну пока неплохо идем. Посмотрим, что будет дальше. Ну что, нам остается всего двух дракончиков победить. И все, ребята. Пак вождя будет у нас в кармане. Так, здесь у нас тройной удар, я смотрю, да? Затесался. Это, кстати, цель номер один. Если брать всех
драконов вот этот самый опасный, как по мне. Поэтому что сделать-то? Наверное, просто... Да просто ударим пока. Ох, ё-моё. Зря я, наверное, так сделал, а? Добьют же сейчас. Вот так вот, ребята. Пожалел, называется. В плане, а вы... Зашибись. Почему бы нет? По 33 раза ходят, ё-моё. Ну что мне сделать? Давай вот так вот тогда. Все, Барсику крышка, да, получается? Я один против всех. Замечательно. Просто замечательно. Как тут драться одному против этих титанов, я не знаю. Помогай, давай супер удар свой. Неужели? Это хорошо. Ну, того бы я и сам добить смог бы. Ладно, уничтожаем, короче, этого. А вот как нам с лаварыгом быть? Ума не приложу. Ну, самое главное, что мы с тобой уничтожили двух драконов. Так, уклонились. Так, ну что, давай укусим. Хотя, ты знаешь, наверное, победим мы здесь. Или на ничью выйдем. Слушай, надо кусать его. Надо его кусать, кусать, еще раз кусать. Он сейчас будет щит ставить себе. Хильнулся, плюс защиту влепил. Естественно, он тянет, ребята, все, последний ход. И выходит на ничью. Гаденыши такие, а? Ну ладно, мы с тобой пак все равно получим. Вот он, родной мой. Давай, радуй меня. Шипорез, душитель, Вострозуб. Вострозуб, ребята, его звать. Громорог и Хофер. Ну вот и все. Вот и все, что мы с тобой сегодня могли сделать, мы сделали. Кроме одного. Я не прошел испытания. И это меня немножко бесит. Так сказать, подстегивает. Так, ладно, здесь мы с тобой забрали все. Так, отправить двух драконов в приключение и принять участие в защите Олуха. Блин, ну вот как быть, а? Где купить? За руны я бы, конечно, взял бы. Если бы хватило рун, я бы взял бы. Так. Весночес у нас прокачался. Так, давай, лети дальше еще, тренируйся. Кстати, у нас, по-моему, там еще место есть, да? В академке. Да, я могу, по-моему, еще кого-нибудь отправить. Ну-ка, давай проверим. В плане не хватает рыбы? Вы издеваетесь сейчас надо мной? Не хватает рыбы, говорит. Так, ребята, а где у меня панель? Куда панель исчезла? Вот она, ё-моё. Зашибись, вылезла. Так, мне не хватало рыбы, да, говорят? Забираем. Кормим. И отправляем его на тренировку. Все. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я буду... заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!